Сегодня я покажу вам задачку, которую вы наверняка сможете решить, только если знаете физику. Помните ее. Вот представьте, что у нас есть такой бутыль. Такой или какой-то другой немножко. В общем, суть в том, что в этом бутыле есть вода. Бутыль заткнута пробка, а в эту пробку где-то трубочка. Трубочка, которая так идет, и тут есть слив из трубочки взятый. То есть вода, по идее, по этой трубочке может подняться вверх и вылиться. Вылиться она может, например, стакан. Нарисуем стаканчик. Вот. Внимание, вопрос. Как налить из этой бутылки воды в стакан, не переворачивая бутылку и никак ее не наклоняя? Ну, вопрос на самом деле именно на знание физики, так что подумайте чуть-чуть. Ответ прост. Мы просто должны дунуть в трубочку, тем самым поднять давление в бутылке, заткнуть трубку пальцем, поднести сюда стакан и убрать палец. Под действием давления повышенного бутылки, то, которое мы как бы нагнали, дуя трубочку, теперь это давление будет давить на воду, и вода по трубке пойдет в стакан подставленный. Вот такую интересную задачку можете показать своему ребенку, когда он будет проходить в школе тему давления.